Сейчас мы продемонстрируем краш-тест iPod'а, подав на него 30 вольт с блока питания. Итак, у нас есть блок питания, подаем 30 вольт. Смотрим на iPod. Чуть дальше. Так, начинает строиться дым, но он еще работает. Дыма много, воняет, но он работает. Все нормально. Отлично. Идут вспышки света. Ни хера себе. Но он продолжает работать. Итак. Краш-тест удался. iPod.